Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы рассмотреть очередную халяву, итак, приступим. Сегодня 12 июня и что-то любопытное уже наконец-то доступно в Epic Games, также в Steam можно что-то урвать, сейчас будем смотреть и разбираться. Но для начала спонсор этого выпуска. Сайт denuvo.net, который предоставляет качественные недорогие офлайн активации всех крутых игр, новинок, в том числе защиты Denuvo, в которые бесплатно не поиграть. Здесь все расширенные издания, голд издания, здесь можно по дешевке со всеми DLC, вот там, к примеру, Anno 1800. Со всеми DLC, то есть все по дешевке можно пройти и не ждать, что когда-то появится в бесплатном доступе. Поэтому, если хотите по дешевке играть во все новинки, то denuvo.net, ссылка в описании. Для начала переходим в магазин Epic Games, и здесь, как и было обещано, сначала можно забрать Ark целую неделю, вот получается с четверга, с вчерашнего дня и до следующего четверга. Значит, Ark, замечательная выживалка с динозаврами, может быть там несколько оптимизаций хромает, но может быть уже подтянули, но все-таки... Кому нравятся игры такого плана, выживалки, то, конечно же, забрать Ark бесплатно, но это же вообще просто бомба, поэтому, помимо того, что здесь можно урвать саму игру, смотрите, еще много каких-то различных тут DLC, какие-то карты вот ниже, все это можно забрать, не забывайте, а то пропустите, возьмете только одну игру. И вторую игру, которую можно забрать, вернее, даже это серия игр, то есть это серия стареньких таких файтингов, их тут несколько, олдскульных. Если кому-то нравится вот такой вот вид файтингов стареньких, то, конечно же, можете брать, коллекционировать, ну и, соответственно, не забывайте урвать и рассказать друзьям. Далее сервис Humble Bundle тоже немножко активизировался и раздает, как обычно, в течение 2 дней игру в Steam. Ключ может получить каждый здесь на этом сайте, то есть нужно все же зайти, зарегистрироваться, ну и вот перейти, добавить в корзину, там забрать все дела, и к вам или на почту придет, там вы нажмете, заберете, или здесь в личном кабинете тоже заберете ключик в Steam. Что собой представляет эта игра? Это Snake Pass, представляет собой такой вот 3D-платформер инди-приключения. Прикольный, приятный, с головоломками простенький. В общем, для легкого такого развлечения вполне себе сойдет. В Steam ключ каждый может забрать. Также в Steam можно забрать еще одну игру, которая раздается вот до 15 числа. Это у нас получается Kaoze Kanguru Round 2. Тоже 3D-платформер для любителей таких легких, несложных, мультяшных игр. Ну и напоследок, розыгрыш от меня, 3 аккаунтов Epic Games, серьезная библиотека игр на 35 плюс игр, то есть где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но серьезная такая библиотека игр. Что нужно сделать, чтобы выиграть? Переходим в нашу группу ВК, вступаем, само собой, и ставим лайк и репост халяве номер 149, то есть вот 148-я, я тоже итоги розыгрыша прикреплю через сутки сюда в пост по 149-й халяве. И все, потом пишите в личку и забирайте аккаунт. Все, продолжаю дальше следить за различной халявкой, с вами был Алекс и сайт rmpc.by, спасибо за просмотр.